идем переговариваться, связываться с ВГМ. Это далеко? Так. Видимо, еще не, пока что недоступна карта. Оу, щит, мне надо идти отсюда. Так, ребятки, что у вас тут есть? А, ну, наверное, как всегда, ничего интересного. Ага, вот наша цель, кстати говоря, была. Just met a guy named Kareem. He's like Rice's major domo, I guess, or number one flunky at the very least. Kareem sending me to fix some antennas for Rice. Nothing better than. Итак, загрузка прошла успешно. Теперь надо отметить. Хм, тут отмечать-то и нечего. Это что такое? Безопасная зона. Здорово. А это защищать. Трава какая-то. Легенда. Во! Так. Место, где растут обычные травы. Ну, это, конечно, круто, но я немного не знаю, для чего они нам нужны. А, подожди, там еще что-то было. Другие игроки. Ага, ну классно. Ладно. Так, сейчас обойдем здесь, наверное, да? Или здесь нельзя? Наверное, выйти надо вон там. Теперь это наша территория, как видите. Мы здесь можем даже отдохнуть немножечко. Там зомби, я уже слышу. Тормоза пошли. Подождите. Вот. Цель там. А, сейчас, секундочку. Вот. У нас здесь можно в рюкзаке поменять что-либо. Молоток гвоздодера пока не будем. Будем пользоваться самым слабым пока что. Это у нас полубийца. Кусок доски. Здесь нам придется, наверное, залезть. Еще одна половица. Это получше будет. А, ну, потому что она более целая. Так, здесь у нас почему-то ничего интересного. Надеюсь, здесь не будет никакого замеса. Хм, она ведь наверх. Ну, хорошо, наверх так наверх. Значит, идем в эту сторону. Можно, кстати, заняться освобождением какой-нибудь местности. Домов там всяких. Безопасных территорий. Собственно говоря, мы на месте. Как бы этот поезд не рухнул. Crane. Report. Just met Rise. There's no question, that's Suleiman. Guy's a psychopath. He's gone from ruthless politician to fucking warlord. Is he aware of your affiliation with us? No. He thinks I'm just a guy from the tower. In fact, he's making me jump through hoops before he'll give me any antizin. Acknowledged. Continue to do as he asks. Remember, we need that file. Great. Crane out. Ну, короче говоря, нам поэтому нам сказали уничтожить антизи. Ну хотя бы спрятать. Не знаю, чтобы себе бы хотя бы еще побольше набрал реально. Так, хорошо, найдите антенну дальней связи. А зачем? Почему-то нам не сказали. Полурецкие грибы какие. Давайте сейчас посмотрим, что это такое. А, надо так нам в ту сторону. Хорошо. Собственно говоря, здесь, наверное, нельзя пройти. Да, хорошо, идем к указателю. What exactly am I doing? Radio communication has been pretty spotty in the quarantine. Modulators will help boost the signal, so Rise can communicate with Outposts at the far reaches of town. Well, that's a benefit for everyone, not just Rise. Perhaps. But the Emperor must monitor his empire. Mm-hmm.
покушать ультрафиолета. Немного не понял. В эту сторону нам. Сейчас я просто хочу посмотреть, что там за грибочки. Тут есть зомби. Это что? Воу-воу-воу, что такие шустрые-то? Да ладно, чем грибов жалко, что ли? Еще потом вырастут. Вот грибы нам доступны какие-то, не знаю, может для аптечки, сейчас посмотрим, чертежи. Шокер, изолента, так, это нам не надо, отмычки. Кстати, я посмотрел, как там их, что с ними делать, достаточно, по-моему. Что-то вроде несложно. Вроде. Так, только сейчас еще надо глянуть, куда нам хотя бы идти. Угу. Давайте ориентироваться на этот дом. Также не забывайте нажимать на кнопку, дабы осматривать все вокруг. Может быть, какие-то ценные места есть. Полезные места. Так. По-моему, я здесь бежал от тех монстров ночных. Гады. Да, тогда пришлось потеть. Ага, вот оно что. Ага, я здесь пройду, нет? Так, ну хорошо, можно, в принципе, использовать сюрикен. Попробуй, давайте используем, кстати говоря. Попробуем один. Так. Ладно, прыгаем. Где это было? Ладно, хорошо, раз вот так, гады. Попробуем голову еще. Так, этот чувак более быстрый, я так понимаю. Ну, сейчас мы... Альфа! Я же вроде отошел. Ну, хрен, это было. Ну, попробуем на это. Подожди, я же альт нажал. Стоп, стоп. Давайте-ка почитаем еще раз навыки. Так, у нас, по-моему, это здесь. Нет. К сожалению, это не здесь. Вот. Когда враг нападет, нажмите Alt и выберите направление. А, ну сейчас. Ага, вот оно что. Пока он не нападет. Ну, ясно. Ну, конечно, я понимаю, что я крутой, но на колени-то зачем? Хорошо, ждем. Я же не нажал. Я не успеваю. Хорошо, давайте последний разок. Мало здоровья. Ну-ка, если... А, все, понял. Все. Все до меня дошло. Там, точнее, мне показали, что нажимать. Хорошо, я же вроде нажимаю. Аж почему? У нас нету что ли, аптечек? Инвентарь. Чертежи. Аптечка. Обалдеть! Нет марли. А как же я буду действовать? Пробел использовать. Что это интересно? Типа наверх залезать. Круто, но я не хочу. По-любому нам надо очистить эту территорию. По-моему, их стало больше, нет? Наверное, мне кажется. Хорошо, сейчас мы глянем. Здесь баллонов нигде нет никаких. Чтобы долбануть их. Где же я у Марли-то возьму? Ничего у вас там. Ага, так они сюда еще и прибывают. Офигеть. Может быть, сейчас я... Последний разочек попробуем. Давайте так. О, здорово. Ладно, примерно понятно. Хорошо, сейчас настраиваем вот эту пушечку нашу. Пушечку, блин. Оружечку. Ну, что еще делать? Воу-воу-воу, полегче, ребятки.
кстати, попробовать гвоздодер. Сдох, да? Сдохли. Двоих. Да это круто. О, а этот еще жив, да? Так, а давайте еще кое-что попробуем. Инвентарь. Сейчас мы вместо половицы поставим вот эту вот. Так. Выбрать сюда. Так, где у нас молоток? Вот он, надо попробуем. Полегче, ребятки. Оглушил, походу. Так, и этим надо долбануть их. Реально хорошая штука. Правда, ее чинить нужно. Ну, их все нужно чинить, но... Наоборот, хорошо, что ее можно еще чинить. Блин, $5 галима. Хорошо, ладно, давайте все-таки половицу будем использовать. Сейчас мы быстренько поменяем и все, уже закончим с этими ребятками. Хреновыми. Так, где у нас? Иди сюда. Долби. Долби, долби. А, ну все, все. Сигареты. Сигареты от куряги-то. Вот до чего доводит курение-то. Металлические детали. Доллары, доллары, доллары. Сигареты. Говно всякое, короче. Итак, что, все? Мы освободили эту точку, нет? Теперь у нас... Указать место. Чё? А почему я не могу? Может быть, закрыть нужно? А вот. Все, да? Ага, все ясно. И здесь как-то, да? Подождите, там, по-моему, дверь внизу, внизу, да-да-да. Я даже не видел. Или нет? Все здорово, ультрафиолет убавим. Вау, 1000 дали. Реально круто. Здесь даже ничего полезного, походу. Все, ребята, чё? Они, правда, исчезли все. Все, быстро идем к нашему заданию. Теперь у нас здесь, как вы видите, пока что ничего не указано, что это безопасное место. Ну, ладно, надо выйти с этой территории. А чё, ты не можешь... Нормально так. Опа. Обалдеть, здоровяки. Да, но я не хочу что-то с ним махаться. Как-нибудь в другой раз. Хотя у них, кстати, эту штуку можно одолжить. Каменную-то. Как вы думаете, с них упадет? Ой, как я надеюсь, что упадет. То, что мы лазим, у нас ловкость повысилась. Да, вот, смотрите, отображается как зелененьким. Здесь... Случайная встреча какая-то. Так, Kareem, met the first antenna. If the power's not on, you'll have to turn it on. There'll be a switch in the small building at the antenna's base. Так. Надо что-то там пристройку снова антенне. Если отключится, он сказал. Хорошо, вон вниз. Мне на чем надо оценить всю эту обстановочку. Ну, здоровяки, конечно, это не очень круто. Так, хорошо. Я вижу, что у меня мало здоровья, но где чё? Вот, что-то есть. Блин, это чё? Сейчас взорвётся, да? Shouting because this fucked up infected motherfucker with guts hanging out of his mouth just spit a bunch of toxic snot at me. Not a bad reason. Да уж, причина уважительная. Ультрафиолет на него не действует. Ладно, будем сюрикены долбить. Сейчас он стрелит еще разочек. Что ли, вот? Да
ёб, чё ж ты тормозишь? А где этот хрен? Он ж тут был вроде. Ну, где? Там бочка есть, да? Можно их, в принципе, заманить. Сюрикена, кстати, замораживать их можно. Сюрикена замораживать. Почему? Вау, навык. А чё? Здоровушка-то убавляется. Нам остановили все здоровье, заметили? Так, хорошо, будем этим долбить. Но для начала нужно... Так, отлично. Придется, наверное, побегать сейчас. Почему он не взрывается? Нельзя, что ли? Походу, нельзя. Ну ладно. Что делать тогда? Шум привлекает. А чё, взорвал, что ли, что-то? Всё-таки взорвалась. Ёб твою дивизию. Смотрите, сколько их там. Обалдеть. Ну и что мы делать-то будем? Я что-то не пойму. Ладно. Включаем питание или что-то. Идем тогда сюда. Баллон, кстати, еще есть. Полегче, ребята, шли. Да сколько вас? Откуда он тут взялся? Бля, меня сейчас завалили. Все, меня завалили. Ой, ну ладно. Блин, потерь очков выживания, офигеть. Ладно. На ошибках учится. Блин. Ну хорошо, хоть здесь. Магаз затупился. Сейчас посмотрим, что у тебя. Давай купить. Что-то поменяться вроде можно было, нет? Я бы тебе продал, знаешь, что продать? Вот это вот, $9 всего. Обалдеть, такая дешевая хрень. Тут, кстати, нормально тоже. Блин, ну продавать тут дорого у него все. Купается. Так, а нам нужно для аптечки. Сейчас гляну чертежи. В аптечке. Марля. Давай марлю купим. $80. Нормально. Теперь восстановим. Где тут чертежи-то? Марля. Ой. Аптечка. Создать. Больше не будем пока. Создать я же нажал. Здорово. И теперь сюрикены. Бечевка. О, создать можно. Круто. Клинок, бечевка. Почему только по одному можно? Тут странно очень. Может, еще у тебя купим? Клинок 40. Бечевка 20. 60 всего получается. Бечевка. Здорово. Еще давайте сюрикенов наделаем. Один. И теперь быстренько сейчас качнем там навык какой-то классный уровень силы. Вот. Нет, вот это. А, чё тут? Ого. Взрыв, разброс. Круто. Но мне интересует сейчас... Подождите, вот это что? Блин, где тут про сюрикены что-то было? Вот. Чё тут? А где я возьму эти сюрикены с особыми эффектами? Сюрикен... Во, горящий сюрикен. Блин, надо было их создавать. Ладно. Потом как-нибудь. Быстро идем к заданию. Сейчас не будем всирать. Вообще не будем всирать. А, подождите, а починить-то как там? Помните? Навыки, чертежи. Инвентарь. Так. Прочность. Так, тяжелая арматура. Потом починим. Сейчас нам быстро нужно валить задание. Не хочу задерживаться нисколько. Что это такое, за что-то мигает? Опять звук начал галимить. Лажать звук начал опять. Бесит, согласитесь.
Непонятно из-за чего. Точнее, причины я не установил. Ну, может, что там с настройками. Блин, 10 сюрикенов. Откуда, я не понимаю. Я бы тут 2 создал. Ага, этот у нас уже нас ждет. И дверь открыта уже, обалдеть. Давайте их сюда вот гоним. Сюда, ребята. Ах, это пипец какой-то. Звук еще нажать начал. Хорошо. Конечно, хорошо, кстати говоря. Включить что-то. Думать давайте, как их обойти, бляха. Вот это их долбить. Вот с этим. Сука, чё бляха-муха, вы чё гоните? Он взял... Блин, я очки еще потерял. Пистолет нам потом уже дадут. Все, хватит, все, собрались. Так, что-то я как лох вообще прохожу. Это все из-за звука, да, он мне мешает. Ладно, давай, чего бы сказать. Ну, блин, реально сложно. Сложно в том плане, что я не знаю, что делать с теми, кто там наверху. Внутри, в смысле. Да ты, сука, да что ж мне так не везет-то, а? Правильно, мочи. Сот нам дали. Доллары тоже. О, слушайте, а он с нами теперь? Нет, да. Хотя хрен его знает. Ладно, идем быстро, быстро, быстро. Сейчас что-нибудь надо придумать реально крутое. Что-то взрывоопасное. Я, кажется, знаю, что мы совсем забыли про взрыв-пакет. Также для отвлечения этих монстров. Хотя нет, взрывы привлекают, нам сказали. Давайте возьмем блях. А, ну да, все это есть, взрыв-пакет. Хорошо, давайте сделаем так. Сука, ну и... Честно скажу. Побегаем чуть-чуть. Сейчас еще рубанем их. Идем сюда. Ну что это было? Ну, ребят, ну не надо мне этого бреда. Здесь нахожусь. Да что делать-то? Вот. Пипец. Жаль, отсюда нахрен. Вот так вот надо проходить. Тупо, но эффективно. Пронесло, блин, блюется еще эта тварь. Ладно, что, выживем. Аптечка, если что, есть. Хрен. Еще забраться как-то сюда. Потому что... А тут разве можно, да? Да. Нет, нельзя, наверное, здесь. А как что-то забираться-то? Ребята, не надо. Мальчики эти хреновые. Быстрее, пожалуйста. По-моему, кто-то. Хоть что-то. Пипец, попали туда все-таки. Так, вот лестница. Сюда-то он не должен доставать, как он так достает высоко. Да, ну вот как...
тоже активируем всякие тут вышки, но еще зомби мешают нам. Так, хорошо, наверное, туда куда-то, да? У нас тут лестница, значит, по-любому. Да, вот тут даже веревка. Блин, все стырили. Офигеть. Far Cry, обалдеть просто. Ну ладно, бывает, стырили-то. Так, вот какой-то кабель для чего-то там нам нужен был. Чертежи. Для шокера, но я не знаю, нужен ли он. Металлические детали, пластик, отмычки много у нас. Так. Ладно, с отмычками пока не... Блин, как я туда? Там вон монстр сколько, как я там буду отмычками фигачить. Там даже не нормально-то. Не пройдешь, по сути. И туда зайдешь, уже не выйдешь. Не то, что там отмычками еще что-то там. Хорошо, что для таких, как я, хотя бы указывают желтым цветом. Так, а нам, подожди, нам сюда. Ну, точнее, это, конечно, молодцы, потому что даже вот любые игроки, я думаю, гадали бы, где тут что залазить. Ну, то есть, например, можно было по этой, да, там. А вот так хорошо желтеньким выделили, ярким цветом, и все круто, все понятно, можно спрыгнуть прям... на кого-нибудь или на мешки. Так, ну что, идем куда-то дальше-то. Ищем желтые места. Судя по всему, сюда. Оу, oh, yeah. Так. Ты дебил, что ли? Не пойму. Какого фига это было? Вау-вау-вау. Да, ребят, ну чё вы так шутите надо мной? А почему? Нельзя, что ли, сюда или что? Да не сюда, подожди, вниз. Вот сюда. И опять наверх. Да, долгое, однако, дело. Так. Опа. Только не в воду. Есть. Потому что вода бы смягчила его падение. Вот мы добрались наверху, на верхушку. А, отменить там было написано. Сам не отлети. Oh, shit. Kareem. Someone already scavenged.